Всем привет! Тестовый заезд сегодня с моим новым рулем. Кружок на 80 километров. Поехали! Не знаю, как теперь этот тип велосипеда обозначить. Country Gravel или Monster Cross. Посадка просто бомба. Основное время еду на дропах, нижним хватом. Также можно браться вот здесь. Это очень похоже, как на шоссейных капюшонах едешь. Плюс-минус также. Единственное, да, с этого положения не очень удобно оттянуться до тормозных ручек. Для этого вам придется чуть-чуть сместить пальцы и руки вниз, и все, и вы оттормаживаетесь. В принципе, дело привычки, я думаю. Очень много положений рук, за счет этого куда-то на расстояние 100+ на контрийнике перестанут быть болью. Причем без разницы, я думаю, что по асфальту, что по грунтам. Для асфальта качаете 2,5 и, в принципе, едется. Ну а на грунтах наоборот спускаете до 1,7, в зависимости от вашего веса, конечно, и ширины покрышек. Я уже расстроился, что будет скучный асфальт. Тут у нас классика центрально-украинская. Дальше полноценная Рубе. Рубелова. Не мешало бы, конечно, покрытие приспустить, но ничего. Больше скорость, меньше ям. Единственное, что бы я сейчас исправил, это поставил бы вынос 60-ку или 70-ку. Он тут и стоял изначально. Но с того времени я укоротил немного гидролинию. И сейчас, если поставить длиннее вынос, то гидра будет в самый притык. Особенно на полном вывороте. Я решил не рисковать, чтобы не вырвало ее. Нужно будет просто купить гидру длиннее, поставить и все. Но все равно это несоизмеримо с суммой
гидравлических дуалов. Село Зеленьків или Зеленьків, как-то так оно называется. Большинство второстепенных дорог выложены булыгой. Да, тут тысячи тырить не получится. Типа вот обочина, но она такая же каменистая. Кто ж это все строил? Тут их сотни километров таких дорог. Причем они не изменились с тех времен абсолютно никак. Оно разве что, может, камень стал более гладким. Чьих колес они тут только не видели. Наверное, тут еще кареты катались. Прям грунтобан. Грунтовка в асфальт укатана практически. Тенечек, красота.
36. Жарковато сегодня. Это село Бабанка. Большое, судя по всему. А это воздушная тревога. Привет от свинособаки. Половина маршрута проехал, это сорокет. Выводы по рулю. Буду на нем ездить и дальше. Это лучший гравийник для этой местности. Абсолютно не парясь о покрытии, едешь в любом направлении. На моем гравийничке, в принципе, тоже, но комфорта меньше. Тем более, что у меня максимально влазят покрышки, это 38 миллиметров. А здесь хоть 2,4 без проблем. И катишься себе, наслаждаешься пейзажами. Да, также руль еще существенно отличается в лучшую сторону от оригинала тем, что он весит почти в 2 раза меньше. А риф весит в 500-м размере 720 грамм или 710, около того. То мой весит 400. Вот так вот. Оставить на карбоновый вельчик. Лайтовый карбоновый вельчик, почти килограммовый руль, что-то как-то не особо хочется. А здесь вес практически как у обычного дроп-бара. То была Бабанка, а это Аполянка. Красивые такие домики, ухоженные. Не Закарпатье, конечно, но тут эти замки никому не нужны. Заедем в Смак. Посмакуем немного. Пополнение запасов. Магазинчик Смак. Приятно. Кондиционер есть. Терминал. Все, что нужно. И самое главное, холодный Швепс в холодильничке.
Уф. Сегодня жаришка 36. Вода улетает только так. Я обычно не пью, но сегодня идет. Это у нас село Таньск. Вот тут якийсь музей. Кстати, я на карте видел. Такий підпис 2 вересня 45-го года поставив наш земляк К.М. Дерев'янко під актом про капітуляцію Японії, яким засвідчено кінець Другої світової війни. На цьому місці стояла хата, в якій 14 листопада 1904 року народився Кузьма Миколайович Дерев'янко. Теперь здесь сделали музей.
Магазин. Ну, у меня вода есть, так что мне магазин пока не нужен. О, тут такой тенечек, класс. Прохладно. Залипал тут 10 минут. Все, едем дальше. Мне там осталось 20-ка, по-моему. Не больше. Прикольно, если вот такое. Чистенько убрано. Асфальт. Тут едешь селами, и настолько старые дома есть, что можно просто снимать кино без декораций. Почти 80 километров позади, на моем новом руле. Выводы, руль просто топчик. Буду на нем кататься, палку обратно ставить не собираюсь. Не, если там какие-то лютые рулилово или там типа голосухи, какие-то контрильные трассы, то конечно. Вот такие вот дальнячки грунтовые, прям то, что нужно. Заценил несколько хватов. Короче, сурли угадали полностью с углами.
Ну, я немного доработал там. Верхнего хвата у них нету, а у меня есть. Ну, а все остальное идентично. Все, всем пока.